А между тем, число заболевших коронавирусом во Владимирской области за минувшие сутки вновь превысило, правда, всего на одного человека, отметку в 200 новых пациентов. Больше всего заразившихся во Владимире 53 инфицированных и Гусь-Хрустальном 22. В Коврове и Муроме по 18 диагнозов ковид. В медицинских учреждениях региона, а также на амбулаторном лечении на данный момент находится 1918 людей, болеющих коронавирусом. Еще 5 человек за минувшие сутки от инфекции скончались.